Помимо комнаты для волнистых попугаев и выставочных, у меня есть небольшая комната для неразлучников и для монахов. И именно сейчас я хочу вам показать несколько неразлучников. У меня их всего 10. И да, это они достаточно громко чирикают. Вот, смотрите. Заходим к ним внутрь. Они достаточно умные, поняли, как быстро выгрести дверь. Была вот такая вот, они открепляли магниты. Поэтому теперь у них дверь немножко другая. Вот так вот они загадили окно. Надо будет скоро его хорошенько отмыть. Кстати, с этой стороны металлическая решетка, потому что обычную сетку вот так вот они прогрызают. Надеюсь, вам понравились эти неразлучники. Вот такая вот у них комнатка, примерно 2 на 1,5 метра и около 2,20 в высоту. Вот. Они достаточно громкие, поэтому не буду напрягать дальше ваши уши. Всем спасибо за просмотр, всем пока!